Давно мы старушку не навещали. Ладно, у тебя 12 FPS. У меня по 2500 маны, последние 20% босса постоянно. Амир, знаешь, какой себе макрос делает? Типа, выпускайте сову на Bloodlust. Выпускайте кракена. О, кстати, отлично. Погоди, сделай. 2 минуты АФКшну. Этот день проклянут, проклинающие, да? А чё мы сейчас? Куда? На солярку. Всё, Ген, сделал для тебя макрос отдельный. Карухар добегался. Моса, хоть раз, Линка, лезь мне этот пояс. Моса, 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 хоть давай. раз куда-нибудь я увижу, Линка, твой пояс. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Осуманите, пожалуйста. Гена, а ты напиши на форуме. Пошел второй год, пояс до сих пор не падает. Я писал еще это, наверное, полгода назад. Я говорю, ты обнови тему. Я тебе, типа, апда писать. Еще актуально. Пошел второй год, пояс не падает. Сейчас скажу, что он ответил. Иисусе, спаси нас. Он как-то написал, типа, что лут падает что-то рандомно, вам просто не придет, а потом, типа, или вы думаете, что я вам лут подключу, что в этом роде не надо было. Что я пошли их! Мы быстроходней! В Бейдевинт он нас обгонит, но на Фордаке у него шансов нет! Преимущество у нас. Да! Их не достать! Прекратить погоню! Трави шкоты! Рифи паруса! Мы отступимся! Хватит издеваться. Да, мне кажется, я уже вступал, блядь, с БТ прилетал, или сам, блядь. Там уже какой-нибудь 290, блядь, 290. Мой отец все еще там. Мы быстроходнее и сможем одолеть. Надо дать им бой. Что биться, лучше договориться. Я кота быстрее. Нужен только весомый довод. Либо просто нужно было вот с того момента, как я начал. Где она? Где же эта помпа? Нужно было даже в рейд приехать. Мы налетели на риф! Ну, делать квин и потом приехать. Нет. Там уже на это не риф! Отойди от борта! Что это? Там кракен. К бою! Заряжай! Дадим ему жару! Он атакует справа!
Там шемку просто собрать, наверное, было проще. В хиле катает. Ну и похуй. Так, наверное, там. Там хотя бы 100%. Там, погоди, там... А ну ваш атакующий, блядь, ну шоп, блядь, нахуй. Ты будешь свидетелем. Куда мы идем? А то я отошел на... Ничей голос не отзовется радостью. И никто в храмы не кинется с воплем. Проклянут сей день проклинающие, способные разбудить воплем. Кракен! Спасибо. На воронку сове, блядь, чё вы начинаете? Нельзя тебе воронки, успокойся, иначе пусть... А, он сотку еще кинул, а у меня 13, понимаю. Не, ну мне нужно же типа 4-5 сделать на арт-арбу. Яночка, солнышко, хоть? У меня один, так что вот вообще не говори про ровно ничего. Ну один бьет сотку вообще-то. Делоруса, вот, давай воронку. Если выкидывается такое. А сколько я там кинул на нее? Дайте мне воронку, сотни, я Насте воронку должен. А че? Видишь, японец, они... Какого уважения к ближнему? Кого тут? Да. Поставьте шкаф. А я и не отходил, я так отошел сразу после убийства и все. И то по телефону говорит. Кто-нибудь шкаф тыкнулся? Мозер тут? Пришел, Симон? Да. Ну, проблему одних запястья я решил, еще одни теперь так. Там два патруля, может как-нибудь спрячется, не знаю, в доме. Ручки над головой скрестить, я не знаю. Нам не страшен серый волк. Сову туда закиньте просто в трэш, и все будет нормально. Сейчас, вот я сейчас все сделаю, я тебя услышал, я бегу уже. Сейчас дам звездопад. Вот вам звездопад. Его убью, я не виноват. О, рис. Меня Вага избил. Выпускайте бешеную сову.
А как называется дебаф, с которым выбегать надо? Ну, так же, как в обычке. Гнев Соларина. Или не как в обычке? В обычке, по-моему, гнев Астромана, нет? Вступаем в гнев Соларина. Да. Гнев Соларина. С большой буквы Соляря. По-моему, роли не играет большая линия. Патруль. Я пока не могу. Спасибо, Эйжа. Надо спать тяжелую. Знак звездочета называется, да? Звездочета вроде с большой буквы. Я только что проверил холодные войны. И все, вроде так. Я тебя почти вообще не слышу. Юрий, знаешь, какой еще макро пошел? Какой? Я помню. Ну я на звенка, короче, чё нужен звить. Давай. Пойду охоту хоть кого-нибудь. Если что, я готов. ДКшник у меня готов. Ну хотя бы ничего кулидарит, если нельзя. Не, ну ешь. Куплю за 20 голды значок. Не, чувствую, наебало он недавно. У меня репа прокачана, так что минимум за 200. А он на ауке 50 стоит. Ну реп у меня прокачан.
Ясу молоть надо будет сейчас. Я шумлю. А, окей. Я просто микрофон замучу. Да, извиняюсь, сегодня только микрофончик обновил. Могу пошуметь чуть-чуть. Исправлю. Кур будет, нет? Да, покурите 3 минуты. Сядь ты, Элен, без вариантов, косты на тебе. Ты страхуешь алоэ. Зачем с ним бегать, а раньше есть сбитие коста. Просто следишь за мобом и все. Если что, Коваль здесь, скажите, когда зайти, чтобы сопротивник. Все равно перепивать придется. Да кому нужен ваш сопрот? Я робота без сопрота пил, забыл, не умер. Повезло. Ну, типа, меня не просаживало даже. Так, кто это говорит? А, да, там... И этот человек умер, блядь, на роботе в обычке дважды сегодня. Слава. Вот.
Каптен. Эрел, я вынужден доложить, что в ГИ ходят слухи о рейде нашего назначения. Заткнись и убирайся отсюда. Вот как ты, значит. Не гневайтесь, сэр. Что пугает команду? Ну же, говори прямо. Соляра, сэр. Так-так, Соляра в ОКХМ. Всякий из нас страшится ее, и не зря. Хоть и не ведает, почему, а спросить боится. Эти истории правда? Что пугает такого храбреца, как ты, Враска, и будоражит твое воображение? Резисты, сэр. Да, резисты. Будь они прокляты. Ведь чем больше резистов, тем меньше прошибает рейд. Через Соляру к Келю пролегает наш путь. Чарь наручи на резист, откажи в Враска, ведь там будет дамаг в 100к. Тихо, спокойно, ребята. Проявите смелость, успейте прокачать кожевку. Спасайся, кто может. Челик ливнул сги. Нет, дезертир. Давай тиро. Нет. Джентльмены. Не буду требовать от вас того, что выше ваших сил. Но спрошу, не в топовой лиге все мы? Да. Что для нас бесполезны 10 против кожевки, да? Я не заметил страха в глазах гвардов, когда они делали ФК. Так не в топовой ли лиге, да? Да, все по местам. Не урони танка, хиты сильнее. Фазы дойдем, ават будет МТ на боссе. Мы как-нибудь там по ситуации сами разберемся. Делаем все то же самое, что в прошлый раз, Гевка. Смотри. Каст кольца слепящего света, или как его там, который дезориентирует, не сбивается его алоэ, анонсит, мы просто отворачиваемся. Я не могу анонсить. Так. Типа нужно просто от жреца отвернуться, ну как типа на джайм. Спиной к нему повернуться. А, окей. Как на Феникса с Фиром. Окей. Ну а мы его сливаем, да? Или нет? Лучами лопается весь трэш. Ну 20 стаков он должен набрать на луче. Да, потом Кават забирает воплощение. Соответственно, уводит его на внешний круг, его РДДшки. 35, и он лопается сам. Ага. Соответственно, 37-38, дальше он догнил на дотах. Окей. На боссе вы с Каватом, да? Нет, ты со мной на боссе. Извините, я пропустил. Мы метку выносим или оставляем ее в рейде? Выносим, конечно. Маги ловят. Ладно. Так у нас проблемы с анонсом теперь. Может тогда выносят все, кроме офтанков? Офтанков сейвить наоборот. К офтанку надо, да, подбежать. Человек 3 подбегает, и все в порядке. Так, а гнев? Блять, ой, знак. Ту самую метку, которая подкидывает, мы выносим, да. Исключение только в танк. А, знак сначала понял. А как моб называется точно? Жрец из зала Соляриан. Не-не-не, воплощение. Воплощение бездны. Через Е или через Ё? У меня, по-моему, через Е. Через Е, Е, но дважды с большой буквы. Как воплощение бездны, что ли, или что? Они не про это. Бездны или бездны? Бездны. Ну типа куда там было еще вставлять? Завязывайте, вы уже у меня желание здесь находиться отбили. Воплощение бездны, я понимаю. Кто хочет поанонсить каст Приста? Лес рук. А, или сейчас кто-то сам это захочет делать, либо я просто рандомно назначу кого-то, и вам будет хуже. А кто его тащит? Вон Коник с ДБМом въебывается, пусть анонсит. Так я с ДБМ в Дискорде. Да, вот у кого есть. Все, без проблем, Коник доупендрился, анонсит. У меня время от времени, не могу говорить. Чего у тебя время?
Время от времени, говорю, не могу говорить. А, все. Можно, Делора, заходи быстрее. Приказ не предложение есть новое. Без проблем, значит, два человека анонсят. Коник и Делорус. А, вдвоем будем кричать. Неважно, постарайтесь как-нибудь. Главное анонсить каст кольца, чтобы Проид отвернулся. В следующий раз молчать буду. Хорошо, ладно, Коват, подстрахуешь их, пока ты воплощение не танчишь. Делорус, если не ошибаюсь, кольцо слепящего света, вот что-то в этом духе. Да-да-да-да. Скиньте макрос на метку. В флудилку. Чтобы просто ставить меты, ставилась меточка. Делорус, вернись в игру. Мы тебя ждем. Какая метка надо на жреца? Делорус писал в Дискорде, что ему надо дойти на 10 минут. Это было 2 по-моему, минуты. Вот этот... Через 2 минуты будет. Ладно, пока на замене будет. Ну вот, вторая строчка. Решал, суманите. А циферка это получается... Ну, типа 1, 2, 3, 4, 5, ну от звезды до черепа. Ну, выбираешь. Можно минутку тишины? Не могу громко говорить. Коват, к тебе просьба. Я слежу за кастами. В анонсе, когда вылетает луч или какой-то там спелл, на какой портал, откуда будет открываться луч, чтобы успеть переводить пораньше моба. Они по часовой стрелке, вот первый, второй, третий, четвертый по центру, пятый, шестой справа. Просто цифру говори. Хорошо, сможешь? Попробую. Спелл такой летит от головы босса. Да, я видел, как оно, ну, оно там загорается возле этого портала, и потом луч. Когда смотришь в каст, я не вижу вот эти, этот спелл. Сначала нужно выбрать цель. Пришел тут? Нет, АФКшит. Вон Делора зашла. Ну, отлично. Мосса, а ты? Если тут, то заходи. Все, оставлю рыбу. Короче, смотри, как я понял, слева направо 1, 2, 3, 4, 5, да? 6. Вроде. Давай так, слева вот эти два портала это 1, дальше два портала это 2, дальше два портала это 3, и один портал возле входа это 4. Но там не появляется на четвертом. Тогда вообще... проще первый, второй, третий. Ориентировочно ты уже будешь понимать, куда бежать. Могу еще так. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Слишком легко. Давай посложим. Чек на баф и на пул. Еще говорить типа 1А, 1Б, 2-1, вот 2А, 2Б, блядь. Четырехпалубный убит, понятно. Сейчас я зачарюсь. Почему нет такого резиста на роботе? 415 без прока пистона. Тебе говорят, 1 плюс 1 это 2. Ты приходишь на следующий урок, тебе говорят, сука, сука, логарифм десятичный, 15х, котангенс, ебать, бисектриса пошла. Еще раз, чек на пул. Че ты начинаешь? Я сам начну. Как ты говоришь, я начну? Да.
кстати, а что по Гере? Bloodlust. Ну как, так же под боссом стоим или нет? Не важно. Там РДВ прям есть, может, ставил. Мобов не бьем, бьем собак. Только воплощение сливаем. Маноиду лупают с лучами. Скат. Скат. Энджи, поднимай Войда. Да, сделаю. Можешь сделать. Сейчас опять одновременно будет воплощение. Каз. Босс, поднимаю девку. Заберись мне. Шторму дал, каст. Ухилился. Каст. Опять похилил. Как? Раз.
падаем. Могу интернет перезагрузить? Пингует плохо так. Давай. У нас метки падают или танк просто? У нас босс прохиливается. Ну, это да. Это да. Сколько там? 4 кастодаки? Да, где-то так. 80% у босса было, а опустили мы до 60%. Тебе главное каст отслеживать и страховать алоэ со сбитием хил. А если проклятие красноязычие повесить на жреца, и легче будет? Не знаю, работает оно тут, нет? Ну, у моба есть манна, так что думаю, работает. Там пофиг, девка. Япончик, скажешь, как будешь готов. Ну я вечно тоже говорю, типа, красноязычие. Вечно найдется кто-нибудь, то, что не красноязычие. Косноязычие, это так. Ага, не сова, а мунк еще скажи. Ну вообще да, мункин. Не будем придираться к словам. Ну тогда не паладин, а ну вы сами знаете что. Закрой дупло. Вот была я ПК, прихожу, отслышу, закрой дупло. Очень интересно, нифига не понятно. Двухметровый попугай. Япончик, ты с нами, нет? Сейчас пробую как раз. Вайфа. Я сейчас захожу. Где ты там, говоришь, косты смотреть, блядь? А, вот. Заморозка разума. Пронизывающий ветер.
чек на пол. Вака еще. Ты скажешь, как будешь готов. Еще раз пошарю локоть Wi-Fi. Не начал? Еще нет. Алло, я возвращаюсь. Еще раз чек на пол. Бладласт. На следующий проклятие повесить. Как? Иди же жреца под тот пульс, а то опять одновременно будет. Не ретаунтись меня, да, меня убьет.
Отведите бездну, отведите, она не получает урон. Кастует. Не могу, я встал, но все равно мертв. На Энджи подними Розарио. Рибафы дайте. Каст. Мятку вынести. Каст. Метка. По шторму киньте, пожалуйста. Каст. Метку вынесите. Метка. Настя. Или кто? Лепончик. Это я. Сразу... А, слеп, наверное. Я упал, слеп, да. Бернти Войда. Мост, каст. Мост Войда поднимет. Где у тебя этот рибаф? А, у нас... Рибаф у того, да. Каст. Уже ответить, который туда. Мы подвинулись. Есть тиммер. Кому дайте? Кому угодно. Амир, тебе даю. Метка в рейде. Каст, каст, каст. Магу прохилить, алоэ прохилить. Давай. Кабан. Тридцать шесть у босс. Каст. Стаков на нем сколько? Все, каст, стоит 100 стак. Че за хуйня? Его отхилили еще, не сбили. О, пиздец.
я сбивал каст, он сбился. Вадим. Или это что, или это 100 стаков? О, повел. 100 стаков. На монороте слейте воплощение. Метка череп. Сорвали, молодцы. Босса не бейте, РДД. Череп метка. Быстрее. Отведите бездну от бездны. А, ну их там дохуя. Добивайте. Стунтилы. Блять, надо развести маленько. Алоэ. Развести надо. Алоэ. Никто не просит. Все, ложитесь. На сколько гуманоидов вышло? Смотри, два переродились сразу же, и еще потом двое вышли. В итоге четыре. Всего четыре пары. Они вон, смотри, как быстро выходят. То есть босса тут вообще не бьем. Типа РДД, просто впинаем вот этих... Тут босс увесывается косноязычен на вот этой фазе, и он типа кайдит. Ну или может кайдить не надо, если танк очень крепкий. Если вся фишка убивать воплощение. Если два танка может... Один танк может держать двух воплощений, пусть держит. Пока мы будем бить просто то воплощение, где оно одно. А потом будете ретаунтить. Ну, вытаскивать. Хильнулся-то, я не понял. Я сбивал кастрюлю. А людей, которые улетают на дебафе, их никто не сейвит? Сейвит, конечно, магия. Так их надо в два человека просто идти закрывать, их не надо ловить. Давайте еще пару пулов сделаем. Поэтому... Сейвит, чтоб не взлетал только в танк, который танкует трэш, а остальных именно ловит, ты похрену. А почему? Ну ладно. Чтобы они не взлетали, чтобы не отвлекались магии. Типа хила хватает. Здесь дохера и так хилить, еще и дебаф дополнительно этот хилить, но это лишнее. Быстрее сгорите по мане просто. Ну такое был вот, сейчас япончик стоял, ничего страшного. Говорит к тому, что два человека убегают, не весь рейд. Да убегает с дебафом, и еще два человека и водным под сейф, и все. Просто мы поняли, когда стоит рейд в луже, то есть он захиливается гораздо проще, чем два человека выбегут, трое будут получать много урона и захиливать типа таргет. Бывает, да? Иногда такое, когда кидается ослепление, и босс выбирает тебя целью для того, чтобы подкинуть, она иногда не работает. Вот у меня сейчас, благо, это фигня сыграла, поэтому босс не вытащил. Да, нет. Но вообще я лагаю, если у меня такая хуйня кинется, могу подставить. У нас хил ушел на полчаса. Замены типа нету. Какой, а хил? Какой хил? Так. Одетый хил. Кого-нибудь одного через полчаса прибегу. РС? Половина РО. На самом деле хорошо идем, можем убивать босса. Ну. На самом деле правда очень хорошо. Типа хилить надо только вот после 50%. Первые 50% вообще хилить практически не надо. Я бы еще посидел, потраил бы, вот просто ты устраивал. У нас хила нет, потраить. Какого хила нету? Кто ушел? Мосс, я понимаю. Мосс уж уходит. Че он тут? Кто тогда? Кирс сказал, что ему надо отойти на полчаса. Ну и пусть валит. Замен никого нету. Нет, нет, у нас хилов ни одного хила нет. Есть просто отец, есть у него доступ, он вижу в сети. Я могу спекнуться в хила. Ну типа неравноценная замена-то. Пистор шамана 4-5. Ну вон говорю, есть просто отец, сейчас напишу. Спроси, узнаешь, сейчас позвоните, тогда приду. Если до пол хп, нифига никто не садится по хп, может ссылки выдадут. Быстрее переведем. На самом деле, мне кажется, что... Переводит 5 стаков, а не хп. Не, на 30% он сам переводится, а 100 стаков они до этого. Это конь, слышишь? А, мне кажется, усилки в хп нужны тут только танкам и, может быть, частично хилам, чтобы их не сбыть.
привала. Всем остальным, мне кажется, надо в ДД, потому что, в принципе, это прохиливается все. А что захиливать, Кирс? Чем дольше мы бьем, тем быстрее мы по мане садимся. И просто за счет этого у нас уже, ну вон, мы там по 8, по 10 тысяч маны оставалось у нас у каждого. Ну, можно меньше усилков ХП, но все равно, как бы, они нужны в ХП. Потому что здесь вот этот дебаф, ну, грубо говоря, он там Дейрдре или Элбрил ломают, вдруг Фир. Они будут ходить, они не будут дебалить, и весь рейд будет получать овер дохуя урона от дебафа. А, через полчаса подойду. Ну, пока что тогда я просто в хиле буду, и все. Просто отец сможет минут через 15, он сказал. Могу попробовать с вами холипалом поставить, но он без Т10 двух кусков. Это Пю говорит. Холипал нужен только, чтобы вот тупо танков было. Холипал тут не нужен. В данный момент. Mm-hmm. Холипал не убит. Он же был в РСке. А, ну он у вас сделал. Вон, да, память, если Шмарат Осинова, там же хил, да, у тебя, по-моему? Рудружка. Шмару возьми. Шмар, да, это Эрдру. Ну, там писал Эрдру. Нормально здесь Эрдру зайдет, типа в Т5. На самом деле сейчас пул был очень хороший, мне прям нравился. Тем более я смотрю как то, что у Амира этот ливень нахилил мало. Сорок процентов. Ну ты посмотри, у Шторма посмотри у Амира, да? Вот если просто сравнивать, как бы. А я в мили зону кидаю, он в РДД зону. Зачем ты в мили кидаешь? Чтобы мили зона не просаживалась, и я стою в хиле только. Там есть холи пал, там есть родру, а он кидает мили зону. Нету смысла кидать две лужи в РДД зоне. Ну значит, если нету смысла кидать две лужи в РДД типа зона, значит это вот то, что мы убираем.